Хотела вам рассказать про крем на осень. У меня те, которыми я пользовалась летом, фактически можно считать, закончились. Остался немного один, который с SPF, и он у меня сейчас еще какое-то время будет как дневной. Но так, я хотела распаковать. Вот у нас распаковка чек, только как бы я ее уже сняла, да. Это наша белорусская серия кремов. Я вчера вечером один раз попользовалась, поняла, что нужно это показать. Значит, первое, что меня обескуражило, цвет такой лавандовый, какой-то, да, сиреневый, очень интересно. Там что-то шевелится. Это было тоже очень странно и удивительно для меня. Оказывается, ребята продумали, вот насколько здорово и классно. Положили маленькую ложечку. Он очень густой, он... Здесь прозрачная крышечка. Я вот буквально сейчас покажу. То есть вот этого количества, которое я зачерпнула, да, видно, хватило полностью на лицо, на шею, декольте. Просто великолепно. Он достаточно плотный, такой текстуры, ненавязчивый абсолютно запах, да, то есть все то, что мне надо, как раз как таковое. Вот. Срок до 27-го года. А сейчас посмотрим еще после вскрытия 6 месяцев. Но я думаю, что я 100 грамм использую за 6 месяцев. В общем, это крем для лица. Боже, на английском я сейчас даже и не прочитаю. С гидролатом василька. Увлажняющий. Увлажнение, сияние, тонус. Вот. Так что, если кому-то было интересно, что чем я сейчас буду пользоваться осенью, а то им, и потом у меня будет он и днем, и ночью, как говорится. А я побежала завтракать. Желаю всем хорошего дня, и мы с вами увидимся совсем скоро. До новых встреч!